Во дворце спорта имени Курамагомеда Курамагомедова прошли соревнования на Кубок Дагестана по армейскому рукопашному бою среди допризывной молодежи. Спортивное мероприятие было посвящено братьям Нурбагандовым. В этот день представители 36 военно-спортивных клубов из разных городов и районов региона боролись за звание лучшего. Почетными гостями соревнований стали отец погибших Нурбагандовых, заместитель министра спорта Дагестана, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, а также президент Федерации армейского рукопашного боя Дагестана Аскерхан Гасанов. По итогам состязаний первое место заняли каспийчане Гайдар Далгатов, Гусейн и Джамал Гаджиевы. Вторые места достались Ильдару Далгатову и Муслиму Гусейбекову. Бронзу завоевали Муртус Абакаров, Адай Яхьяев и Султан Алияров. Победители и призеры были награждены кубками, медалями, поясами и грамотами.